дорогие наши выпускники, позвольте вас поздравить с этим долгожданным, наверное, для вас днем, с днем получения диплома. Вы стали квалифицированными специалистами, готовыми прийти к нам в наше учреждение. Конечно, выпуск это непростой. В такое сложное довольно время, особенно для учреждений культуры, когда мы все закрыты и скучаем, и мечтаем о нашей работе, и когда нам пишут зрители, наши читатели, и говорят, когда же вы откроетесь, именно в это время вы выпускаетесь и приходите к нам. Но я знаю, что все трудности вы преодолеете, потому что вы закончили великолепный вуз, наш Челябинский институт культуры. Я поздравляю вас с выпуском и желаю всего самого лучшего. Дорогие выпускники, вот и настал тот самый радостный день, который ждали вы, ваши родители, друзья. 238 человек, выпускников нашего вуза, сегодня получили дипломы и стали специалистами. Сегодня вы получили путевку в большую жизнь. Мы, ваши преподаватели, будем с волнением, с гордостью отслеживать ваши первые профессиональные шаги, радоваться вашим успехам, волноваться вместе с вами и переживать ваши неудачи. От имени руководства вуза я хочу поздравить вас с этим днем, поздравить с тем, что вы пополнили отряд работников культуры, великой и славной российской культуры. Удачи вам, благополучия, гордости за родной вуз, который дал вам путевку в жизнь.
выпускники. Позвольте мне от всей души поздравить вас с успешным завершением обучения и получением диплома о высшем образовании. Вы прошли непростой, достаточно долгий, но, я уверен, очень интересный путь. И несмотря ни на что, несмотря на всевозможные препятствия и трудности, каждый из вас достойно завершил этот нелегкий путь и с полным правом получил статус выпускника нашего вуза. Запомните этот исторический момент. Пусть он останется в вашей памяти как один из самых светлых и радостных мгновений. В то же время, конечно же, одним из самых важных событий в вашей жизни. Теперь перед вами открыты новые пути, новые возможности. Дальнейший путь не будет легким, но я желаю, чтобы он был очень плодотворным и, безусловно, интересным. Сегодня радостный день, но мне немного грустно, потому что мы с вами расстаемся, но, я надеюсь, не прощаемся. Не забывайте наш вуз. Помните и почитайте ваших педагогов. Будьте верны высоким традициям и идеалам отечественного музыкального искусства. Будьте преданы своей профессии. Я, конечно же, желаю прежде всего вам счастливой личной жизни, которая будет сопровождаться успешной профессиональной карьерой. Всего вам доброго, в путь! Дорогие преподаватели Института культуры, мы, выпускники 2020 года с кафедры хорового дирижирования, хотим сказать вам несколько слов благодарности. Мы вам желаем крепкого здоровья, любви, гармонии в душе и сердце. Спасибо вам за